Южно-Сахалинск, областной центр. И вот так вот каждый день эти трактора уже достали. Разбудил 4 утра, блин. Стоит. Фу, блин, дымит. Дышать невозможно этой гарью. Сергей Александрович, вам не стыдно, что в Южно-Сахалинске, в областном центре, до сих пор трактора работают, блин. Людям спать не дают. Водителю-то пофигу. Вон, стоит, время идет. И тарахтит. Это улица Поповича Дзержинского.